Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Димет подождала, пока Джан покинет полицейский участок, и поцеловала Джана, когда он уходил. Джан Яман, один из самых важных актеров последней сцены, присоединился к именам, упомянутым в событиях после обсуждения в пробке. Борьба знаменитого актера с дорожным движением потрясла повестку дня всего журнала. Стало известно, что Джан Яман столкнулся с трудностями при движении на личном автомобиле и поспорил с другими водителями. Обсуждение вскоре переросло в драку между автомобилями. Арест Джана Ямана произвел шок в таблоидном мире. В ходе этого процесса Димет Аздемир пошла в полицейский участок к своей близкой подруге Джан Яман. Димет Аздемир, раскрывая дружбу между сторонами инцидента, провела время в полицейском участке, терпеливо ожидая исхода инцидента. После долгого ожидания Джан Яман, наконец, был освобожден после того, как было взято заявление прокурора. У Джана Ямана были эмоциональные моменты, когда он увидел Димет Аздемир, ожидающую его, когда он вышел из полицейского участка. Димет Аздемир не могла не обнять и не поцеловать известную актрису, как только увидела Джан Яман. Эти моменты превратились в красивую рамку дружбы, отражающуюся на окнах. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Димет подождала, пока Джан покинет полицейский участок, и поцеловала Джана, когда он уходил. Джан Яман, один из самых важных актеров последней сцены, присоединился к именам, упомянутым в событиях после обсуждения в пробке. Борьба знаменитого актера с дорожным движением потрясла повестку дня всего журнала. Стало известно, что Джан Яман столкнулся с трудностями при движении на личном автомобиле и поспорил с другими водителями. Обсуждение вскоре переросло в драку между автомобилями. Арест Джана Ямана произвел шок в таблоидном мире. В ходе этого процесса Димет Аздемир пошла в полицейский участок к своей близкой подруге Джан Яман. Димет Аздемир, раскрывая дружбу между сторонами инцидента, провела время в полицейском участке, терпеливо ожидая исхода инцидента. После долгого ожидания Джан Яман, наконец, был освобожден после того, как было взято заявление прокурора. У Джана Ямана были эмоциональные моменты, когда он увидел Димет Аздемир, ожидающую его, когда он вышел из полицейского участка. Димет Аздемир не могла не обнять и не поцеловать известную актрису, как только увидела Джан Яман. Эти моменты превратились в красивую рамку дружбы, отражающуюся на окнах. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.